все лежит, знаете, только документы лежат. Так что вот, а как вы хотели? Алло? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, ну хорошо. В какое время к вам подъехать? А в какое время? А в какое вам... Мне вообще там с четырех часов. Так. Вот, а в какое вы хотели? Если вы там, то минут через 20-30 могу быть. Ага, 20-30. Ага, хорошо. Вы знаете что? Только имейте в виду, вы здесь уже были, вот кооператив Марина, да? Вот кооператив Марина, вы знаете, да? Ну, не знаю, был ли я там, я знаю, что там рядом маяк. Да, да. А вам такое правее и... Да, да, правее шлагбаум. Вы знаете что? У меня дом от этого шлагбаума находится совсем недалеко. Знаете, вот от этого шлагбаума мне нужно этот заказ доставить. Ну, вы мне его принесете, потому что там машины не особо пускают. В общем, короче, вот Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В. Вот. Угу. Так что вот. Хорошо. Пешком меня пустят. Да, да, пешком вас пустят. А вы в чем одеты? Я в охрану им позвоню, чтобы они вас пропустили. Скажу, что у меня заказ, чтобы они вас пропустили с этим мешком. Хорошо? Угу. Хорошо, тогда через 20 минут, полчаса я вас жду. Хорошо. Угу. Спасибо вам. Значит, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин. Сейчас у нас 14 часов 47 минут, 11 июля 2018 года. Только что я загрузила мое видео. Загружается сейчас оно на мою страницу Фейсбука. Вот.